Всем доброго времени суток, с вами Геленджик Лайф. Сегодня у нас 14 марта 2017 года. На улице пасмурная, дождливая погода. Но это не помешает нам погулять с моей собакой. Хотелось бы, наверное, сегодня затронуть такую тему, как вообще домашние животные в Геленджике. Буду брать на примере, во-первых, собак. Немножко затрагивая также и кошек. Что хотелось бы рассказать? Сейчас я тут кое-что выброшу в мусорку. Итак, если вы путешествуете с животным, то вам предстоит обычно дорога на поезде, либо на самолете. И там есть свои нюансы. Возьмем, например, собаку средней породы. Брахоцефальную, то есть, не тупорыльненькую, как у нас. Вы можете перенести свою собаку очень легко на самолете. Аэрофлот это делает в багажном отделении, в клетке для перевозки собак определенной, специальной, купив на нее, разумеется, определенный там билет и оформив все документы. Если у вас собака тупорылая, то есть это французский бульдог, английский бульдог, боксер, то, к сожалению, вам уже будет не уехать на самолете, потому что Аэрофлот запретил перевозку таких собак, поскольку были случаи, когда у собак из-за большого перепада температуры случались летальные исходы, и поэтому мы их больше не разрешали перевозить. Дальше, если брать собаку, которую вы хотите перевести в поезде. Здесь тоже есть свои особенности. Как ни странно, РЖД делит перевозку собак и собак самих на два вида. Первое – это мелкие породы собак. Это все, что влезает в клетку-переноску. Если у вас собака уже средней породы, такой, как вот у нас, например, боксер, собака покрупнее, чем у нас немецкая овчарка, лабрадор, это уже все относится к собакам крупной породы, с точки зрения, опять же, с точки зрения РЖД. Сейчас я ее догоню, не послушалась меня, она обычно здесь останавливается. Если брать с точки зрения классификации РЖД, то это уже является крупной породой собак, и на них необходимо покупать уже билеты, выкупая все купе. То есть, если мы поедем с собакой в гости, например, в Ярославль, то у нас дорога будет состоять из покупки билетов, то есть выкупы всего купе, включая полностью все места, то есть оплата будет. И, разумеется, собака садится в поезд в наморднике, на поводке, и, разумеется, хозяин следит за чистотой в вагоне. Возвращаюсь. Был небольшой инцидент с собачкой, с другой. Итак, значит, будем рассказывать дальше. Если у вас животное мелкой породы, и вы решили его перевести в плацкартном вагоне, вы должны иметь в виду, что животное перевозится в клетке переноски, обязательно, которая ставится на место для багажа. То есть клетка должна влезать туда. Если она туда не влезает, то собака уже считается крупной, и вы поедете в купе, выкупая полностью места все. Опять же, при покупке билета уточните это у продавца, если предусмотрено ли в поезде плацкартные места, плацкартный вагон для перевозки животных. Бывает, что не предусмотрено. Итак, дальше двигаемся. Обычно каждый владелец, приезжая в Геленджик, также столкнется с такой проблемой, как обращение в ветеринарную клинику. Имейте в виду, что обращаться в ветеринарную клинику в городе, например, их существует у нас три. Это в микрорайоне Северный, в Парусе, ветеринарная клиника, еще на улице Туристической, друг, и еще одна ветеринарная клиника, это клиника
государственные, куда, например, мы ходим, да, с собакой. Но могу сказать, что и там, и там, и там специалисты невысокого уровня. И у нас были инциденты, когда собаки делали укол от лишая сначала одной прививкой вакциной, потом через неделю это все не подействовало, представляете, там, вернее, через месяц это все не подействовало, и в итоге мы не вылечили этот там лишай, да, нам пришлось сделать еще одну прививку, все это влияет, разумеется, на печень собаки, то есть это все не очень весело, разумеется, до сих пор мы восстанавливаемся после этих прививок, вот, так что обращайте внимание на ветеринарные клиники. Дальше, что еще можно бы хотелось отметить, в Геленджике, как ни странно, очень много клещей. И при животное обязательно нужно обрабатывать либо капельками, либо давая таблетки Бровекта, либо одевая ошейник от клещей, или что вам больше всего нравится. Имейте в виду, это тоже очень важно, потому что в Геленджике не обрабатываются от клещей улицы. Вот если у нас в городе, где мы жили ранее, в Ярославле, в парках обычно проводили санитарную обработку и в детских садиках тоже от клещей, потому что это все-таки переносчики клещевого энцефалита, то есть боррелиоза, то есть это очень все опасное заболевание. И получается, что здесь этим не занимаются, и даже если вас укусит клещ, его на анализ никто не примет. То есть вот такая вот ситуация еще есть. То есть обрабатывайте своих животных. Также каждый владелец в городе Геленджике, приедя сюда с животным, например, с собакой, столкнется с такой проблемой, как в городе очень много бездомных кошек, которые являются разносчиками. Нельзя... Ко мне. Которые являются разносчиками различных заболеваний, которые передаются не только животным, собаке, но и человеку. Из-за влажного климата, теплого, в городе Геленджике поголовно все животные болеют лишаем. Причем всяких различных направлений и видов. Параллельно в городе постоянно болеют... Кошки переносят демодекоз, и бездомные собаки тоже. То есть имейте в виду, прививок от демодекоза здесь нет. То есть получается, что такая вот, ну, нужно очень ответственно подходить за тем, как следите за своим животным, и чтобы он не контактировал с бездомными. Также и кошки переносят чесотку. Все это передается не только животному, но и человеку. Так что имейте в виду, постарайтесь не контактировать на набережной с животными, ну и не давать своему питомцу контактировать с бездомными животными, соответственно, тоже. А также в Геленджике обязательно нужно делать прививку от бешенства, потому что все равно сюда иногда, если вы живете где-то ближе к горам, заходят лисы, заходят еноты, енотовидные собаки. Все это имеет место быть. Куда лезешь-то? Шани, иди сюда, хулиганка. Имеет место быть, и то есть получается, что тоже опасное очень заболевание, как вы знаете, бешенство. И желательно собаке сделать все-таки от этого прививку. Что еще можно рассказать? Теперь, наверное, стоит обратить внимание на место выгула своих животных. Ну, видите, где я гуляю? Я гуляю. Это вот, кстати, стена кладбища, кто не знает. Вот оно. Вот здесь у нас большая парковка нашего комплекса. Это корпус Б, это корпус С, и за ним выглядывает корпус А. Обычно здесь мы бегаем. Если собака у меня ходит в туалет, я за ней убираю. У меня всегда с собой есть в кармашке пакетики. Да-да-да-да, в которой я удачно складываю все, что она сделает. Что не всегда делают мои соседи из дома. Многие гуляют с собаками и за ними не убирают это все. То есть выгулов для животных, ну, то есть для собак выгулов мало. Обычно люди гуляют где только можно, на придомовых территориях, около школ. Конечно же, нарушая этим правила содержания домашних животных, то есть, ну, нельзя гулять там у школ, там на ближе там, 10 там, что ли, метров у домов, у жилых. Ну, собачка же тоже хочет сходить в туалет. И лучше, это, если она сделает на улице, да, там пописать это все не видно, покакать за ней лучше убрать, чем это все она сделает дома. Что еще? Хотелось бы отметить такую немаловажную. Ну иди сюда. Иди сюда, жопа рыжая. Давай. Опа.
Ну, вот давай, теперь меня будешь есть, да? Ты будешь меня есть? Ой, как страшно. Ягоза. Ну-ка, нельзя. Ой, какая злая. Сейчас как накажу. Ну все, меня уже съели. Итак, Шани, фон. Фон. Тебя на поводок взять? Ну-ка, сидеть. Охраняй. Сидеть. Сейчас собака успокоится. Итак, продолжаю. Зачастую... Ай, ко мне. Молодец, хорошо. Молодец, обойди. Сидеть. Умница, молодец. Иди гуляй. Фу. Продолжаю рассказ. Так как мы расхулиганились. Продолжаю рассказ. Что хотелось бы отметить, в Геленджике нередки случаи смерти домашних животных от перегрева. Но в основном это страдают собаки пород такого вида, то есть с коротенькими мордочками. Знаю, что умерла у знакомой собака английский бульдог от жары в возрасте 3 лет. Очень часто собакам тяжело переживать жару в 40 градусов с лишним, в 45, когда в квартире. Конечно же, стоит животное на улицу в час пик в жару не таскать и стараться как-то его охлаждать. Ну, так как купаться на пляжах с животными запрещено в сезон, ну и вообще не в сезон, но если никто не видит, то можно. Ну и так, мы возвращаемся дальше к теме пересодержания домашних животных. Если у вас кошечка, то тоже здесь вряд ли вы будете ее выпускать, потому что очень много машин в Геленджике, и опасно кошке просто-напросто, наверное, выходить на улицу, потому что гоняют все-таки и не всегда могут остановить машину вовремя. Особенностью Геленджика также является то, что очень мало площадок для выгула собак, например, позаниматься с ними. Всего вроде есть одна где-то в районе улицы Советской, там находится. Для нас это нужно проехать через весь город, поэтому мы туда не ездим. Ну вот там же есть курсы подготовки собаки, ну, то есть там дрессировки, можно обратиться. Правда, сколько стоит, я не в курсе, но прилично. Знаю, что дороговато эти курсы. Вот. То есть, если у вас собачку вы не можете воспитать самостоятельно, то советую вам обратиться туда, повозить ее на курсы. Вот такой вот репортаж, который я хотела сделать. Посмотрите, у нас совершенно не видно гор. Они покрылись облаками. Вот. Ну, любите своих животных, перевозите их с любовью. И лучше их с собой забрать, чем потом отдавать кому-то. Все-таки животное – это такая же частичка вашей семьи, которая, раз вы взяли на себя ответственность его воспитывать и там, приобрели его, то значит, вы в ответе за тех, кого приручили. Надеюсь, мои небольшие советы помогут вам уберечь ваше животное от различных напастей. И еще такой момент. В Геленджике тоже бывают хедхантеры. Постарайтесь, чтобы собака у вас не поднимала ничего с земли. С вами был Геленджик Лайв. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наше новое видео. Спасибо за внимание. Привет вам из мокрого, прохладного Геленджика.